Пушка и Сандро Вагн. Джан бьет поворотом выше. И счет по-прежнему не открыт. Хотя в матче сборной Германии и Сан-Марино можно, конечно, ожидать забитых мячей уже на первых минутах. Пробить, а здесь подбор. Юнес, Горецко, Кутерьма. И вот удар поворотом. 1-0 на 11-й минуте. Выходит вперед сборная Германии. Забивает Юлиан Драксль, капитан. Конечно, ему на пользу пошел переход в Пари Сен-Жермен. Его клубная карьера в Германии в последние годы складывалась тяжело. Его много критиковали и в Шальке, и в Вольфсбурге. Правда, Йохим Лёв продолжал доверять Драксеру. Кимих. Подача. Вагнер забивает свой первый гол за сборную Германии. Поэтому он так радуется. 16-я минута. Сандро Вагнер 2-0. Но он такой яркий достаточно персонаж. Сандро Вагнер уже не молодой. Особенно по меркам сборной Германии. Хорошая какая передача. Сандро Вагнер. 3-0. 29-я минута. Вот в прошлом матче со сборной Сан-Марино Серж Гнабри 3 мяча забил за сбор. Сейчас Сандро Вагнер идет по похожему маршруту. Без свистка, потому что не просил арбитр. Быстро немцы разыграли штрафной. Да, и Амин Юнес сбросил мяч Сандро Вагнеру. Тот уже его переправил в ворот. Ой, Сандро Вагнер показывает куда. Вот мне сюда на голову, пожалуйста. Подача. Удар по воротам и 4-0. А вот и Амин Юнес забивает свой первый гол за сборную Германии во втором матче. 38-я минута. Марио Клозе. За второй тайм 4. Подача. Может быть, получится и больше. Удар по воротам, рикошет и забивает Шкодран Мустафи. 5-0, 47-я минута. Для Мустафи это второй гол за сборную Германии. Не очень удобно. Кимих. Подача. Удар головой. Рядом со штангой мяч пролетает. Но там, видимо, фол в атаке со стороны Сандро Вагнера зафиксировала судейская бригада. Это штрафной. Мяч так летел, что мог в ворота залететь. Еще одна передача верхом. Удар головой. Красивый гол. И вот и Юлиан Брандт свой первый гол за сборную забивает. 72-я минута. Даже обидно за Ларса Штингля. Ушел с поля без гола. 6-0. И здесь, конечно, нужно Кимиха похвалить. Посмотрите, какой пас.